Автомобилю нужны запчасти. Сеть магазинов «Авторитет» – это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Котлас Маяковского 47 и Володарского 23. В субботу 15 октября в Котласе будет довольно облачно, возможен слабый дождь. Температура днем плюс 6 градусов, ночью до плюс 3. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы. В воскресенье 16 октября, как и накануне, нас ждет облачная погода, ожидается небольшой дождь. Днем столбик термометра будет на отметке плюс 7 градусов. В ночные часы температура опустится до плюс 2. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферный фон останется высоким. В понедельник, 17 октября, в Котласе будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха в дневные часы плюс 7 градусов, ночью до плюс 4. Ветер южный 6 метров в секунду. Атмосферное давление придет в норму. Люстры в любую комнату. В магазинах шикарные двери. Роскошная классика, светодиодные с регулировкой цвета и яркости. Трековые светильники для освещения по зонам. Для любителей простых решений плафоны или кольца. Массивные варианты для высоких потолков. Цены от 1500 рублей. По подарочному купону скидки до 2000 рублей. Украшайте свой дом с салоном «Шикарные двери».